Всем привет! И сегодня я расскажу о моей выдуманной религии катонизм, которой я придерживаюсь и в реальной жизни отчасти тоже. Катонизм содержит в себе черты христианства. Если говорить о катонизме в реальной жизни, в которой я верю, то там есть как христианство, так и вера в теорию эволюции от Дарвина. То есть я верю и в эволюцию, как бы, и в христианство тоже. Катонизм же в интернете, ну и вообще не по-серьезу, ну в интернете-то по-серьезу, то это когда я верю в христианство, в эволюцию, и немножечко христианцы только изменения. И еще там есть добавочка с котами. Ну, естественно, как бы религия называется катонизм, а слово кот. Логично, можно догадаться, да? В катонизме несколько богов, в отличие от христианства. Ну, и в катонизме есть определенные правила. Ну, конечно, потом расскажу, там, заповеди тоже, всякие эти штуки. Я не знаю, расскажу ли я это вообще когда-нибудь. Но в любом случае, если вы хотите поддерживать меня во всяких войнах с блогерами, во всяких нереальных войнах, если вообще хотите меня поддерживать или что-нибудь там еще, и, короче, быть в моей армии, так сказать, то вот можете создать видео «Отчасти верю в катонизм», например. Ну, я понимаю то, что у вас своя точка зрения может быть, что вы катонистами, может, не хотите быть. Но если вы захотите отчасти быть катонистами, именно в интернете, а не в реальной жизни, то можете вот ко мне присоединяться. Хотя я уверен, что этого никто не сделает, но да. Ну а так, всем пока!